Как вы знаете, я очень люблю Evil Plug. И на такие биты сейчас записывается Оуджи Будда. Скали Милана тоже начал выпускать релизы на подобные биты. Как рога на стелсе на шифте. Меня поломать, у тебя больше шансов сломать бэдрок в Майнкрафте. На Freeroid 2 есть чистый Evil Plug, есть смесь с Детройтом. Я решил сделать что-то в таком стиле. Давайте начнем. Выставим 145 BPM. В качестве основы я взял вот такой вот пэд из Expanda 59 Gated Sweeper во вкладке Action Pads. Он показался мне очень атмосферным, вот так вот он звучит. Для второго звука я взял серым вот с таким вот пэдом. Вот эти две мелодии мы соединяем в одну, и получается вот такая вот интересная мелодия. Ограничились двумя нотами, тем не менее звучит неплохо. Вот такие вот звуки я использовал для драм-партии. Вот так вот звучит сама основа. .808 обработан дисторшеном, а также эквалайзером. Срезайте середину баса, чтобы он был более жирным. Советую расставлять перкуссию в свободные, незанятые места, то есть где у вас, например, есть дырка между клэпами, хай-хетами, туда вставьте какую-нибудь перкуссию, так драм-партия будет звучать более слаженно. В Evil Plug'е безумно легко строить аранжировки, там можно делать все что угодно. Как вы ни поставите, это будет звучать уместно. Я добавил вот такой вот FX. Также советую вам расставлять опенхеты в момент удара 808 баса. Вы могли уже услышать или заметить, что тут нету кика. Дело в том, что кик заменяет опенхет. Бас, в принципе, A1 неплох, но с опенхетом послушайте. Гораздо мощнее. Я добавил вот такой вот колокол, вы его тоже часто могли слышать, вот так вот он звучит. Также на большинстве звуков я настроил параметр envelope, который отвечает за длину ноты. И если вы настроите envelope вот таким вот образом, у вас нота будет играть столько, сколько она выставлена в пианороле. Чтобы найти этот параметр, вы нажимаете на любой звук, переходите вот в эту вкладку, здесь вот, вот такими манипуляциями делаете квадратик. Мне это здесь не надо, но на большинстве звуков я настраивал вот этот параметр. Вот такой вот бит у меня получился, довольно интересный, довольно мрачный. Мне очень нравится Evil Plug. Если вам тоже, то обязательно ставьте лайк. А также рекомендую вам посмотреть вот это вот видео, там я делал тоже Evil Plug бит. Подписывайтесь на канал, если вы этого не сделали. И, конечно же, этот бит будет доступен в моей группе ВКонтакте по ссылке в описании. Моя группа с битами. Спасибо, Влад. Ну а с вами был я, Влад Майн. Всем удачи, всем пока. Приятного прослушивания бита.